Соревнования по зимнему триатлону «Дирсоузала» прошли в минувшие выходные на спортивной базе «Синегорье». Принять участие в состязаниях приехали более 100 человек – профессиональных спортсменов и просто любителей активного отдыха и здорового образа жизни. Открывая триатлон, губернатор края Олег Кожемяка подчеркнул – в крае с каждым годом появляется все больше возможностей для зимних видов спорта. Мы одни из инициаторов в России этого вида спорта, и сегодня видим, сколько молодежи приняло участие. В целом, зимние виды спорта, благодаря тем программам, которые есть в крае, благодаря участию муниципальных образований и, конечно, самих жителей Приморья, набирает обороты. В этом году мы около 100 тысяч уже участников зарегистрировали по «Регистрируйся, побеждай» по нашей программе. Вот, вручаем призы. Безусловно, это будет сделано и здесь. Но и хочу всем пожелать хорошего старта, прекрасного финиша и хорошего настроения. Соревнования включали дистанции 2 километра бегом, еще по 4 километра нужно было проехать на велосипеде и пройти на лыжах. Губернатор тоже принял участие в соревнованиях. Под номером 17 Олег Кожемяка прошел все дистанции, став призером соревнований. Как и говорили, не просто почетный гость мероприятия, не просто участник, но еще и призер. Победители троеборья были награждены дипломами и кубками, а самые маленькие участники – сладкими призами. Ирина Шилина, новости на 8.